Сегодня завершился процесс, главный фигурант которого с 2017 по 2020 год работал в центре гемодиализа. Владислав Филинов был директором и заведующим диализным отделением. 8 мая прошлого года врач менял катетер 62-летнему пациенту из Бабаева. При этом, по информации следствия, он внес изменения в конструкцию мединструмента. Это привело к ухудшению состояния больного. Через неделю мужчина скончался. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в ходе расследования уголовного дела проведен ряд следственных действий и экспертиз. Согласно результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, установлено, что действия врача состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью пациента. На основе комплекса собранных доказательств уголовное дело направлено в суд. Кроме того, Филинова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за 3 года работы он обманным путем получил надбавки к зарплате на сумму 354 тысячи рублей. Сегодня оглашение приговора заняло почти 2 часа. Окончательно назначить Филинову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. В соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса России, назначенное Филинову основное наказание считать условным. Остался ли доволен приговором подсудимый, нам узнать не удалось. Скажите, вы согласны с решением суда? Без комментариев. Отметим, гособвинение настаивало на реальном лишении свободы для Владислава Филинова. В настоящее время приговор вынесен, и при поступлении его в прокуратуру города он будет прочитан, соответственно, а также при наличии оснований будут приняты меры для наличия либо отсутствия апелляционного его обжалования. Добавим, решение суда в законную силу пока не вступило. Алена Колчина, Анатолий Холин, новости.